И все. Все ясно. Бони только Доронина, Севара, Нуридинова вперед, чтобы не потерять мяч. И все. Ника забирает эту серию, выходит в финал. Ну, и гарантирует себе медали этого сезона. Да, а Динамо будет теперь бороться только за бронзовые медали. И там встретится со столичной МБА. Ну, бывает и такое. Это спорт, это баскетбол. Что еще можно сказать? Сегодня был день Ники. Потрясающе они провели сегодняшнюю встречу на протяжении всех 40 минут. И сегодня они были сильнее, а выигрывает тот. Эту победу, давай так, резюмируем, эту победу они заслужили. Да. Поймали кураж, здорово выглядели в Сыктывкаре, приехали в Курск и здорово сыграли. Поздравляем Нику с выходом в финал, где их ждет Екатеринбургский УГМК. Ну, а Динамо сыграет бронзовую серию с МБА. Столичной МБА, и начнется она в Курске.